Итак, сегодняшняя кето-тарелочка. Это пюре из цветной капусты со сливочным маслом. Рыбку я сама солила, огурчики тоже солила. А это уже с прошлого года были огурчики у меня, витаминки. Вот такой я десертик себе кето сделала. Это крошка из миндальной муки со сливочным маслом и немножко лимонный сок и заменитель сахара. Коллаген обязательно. Вот в принципе мне будет достаточно. Может быть, я чего-то добавлю еще. Из еды я имею в виду. Может, чуть-чуть еще десертика там побольше или рыбки положу. Посмотрю. Ну, в принципе, это достаточно маленькие порции. Вот, допустим, чем мы сравним с витаминкой. Ну, витаминка самая маленькая. Ну, вот такая крошечка небольшая. И вот, смотрите. Тут буквально, наверное, ложек 5.